Lots of luck to you. С какого вида транспорта прыгают с парашютом? А. Корабль. Б. Судно на воздушной подушке. You can use 50-50. С. Автомобиль. Д. Самолет. That's the right answer. You've got 100. You might as well play this. Нобелевской премией в какой области была награждена мать Тереза Калькутская? Литература, химия, физика, мир. It's your choice. Да, но то, как проверка идет, человек вы или робот, то начало вот этих всех туров миллионеры. It's up to you. Проверяют уровень интеллекта. Дебил или нет. Так, конечно, мир. That's the right answer. Congratulations. You might as well play it. Here it is. Какое имя было исторически дано странам Юго-Восточной Европы? Балканам. That's the right answer. You've had no problems so far. Да, понятно. Какой из этих национальных парков находится в Южной Флориде? Эверглейдс. That's the correct answer. Well done. This is the last point that you could win nothing at all. Какой продукцией знаменита компания Херши из Пенсильвании? Ну, кондитерские изделия. You've got to ask the audience if it helps. Наверное. Well done, that's the right answer. No. You may as well answer this question. You can't lose anything. Что такое Пельхам 123 в ремейке 2009 года? Опасные пассажиры поезда Пельхам 123. Это поезд метро. That's the correct answer. But we don't want to give you that. А, чек с деньгами оставьте у себя. Вот. Take as long as you need. You don't have to play this. Кто из них был торжественно похоронен в доме инвалидов в Париже? Ну кто? Наполеон. That's the correct answer. That's fantastic.
Take your time on this one. You clearly do not have to play this question. Кто написал музыку и помогал писать текст для мюзикла «Высшее общество»? You've got to phone a friend, if it helps. Это Коул Портер. That's the right answer. Congratulations. That's fantastic. Подожди, что за фантастик? Take your time. Не спешу. Think about it. Кем был ретиарий в древнем Риме? Гладиатор. Это получается, вопросы повторяются. That's the correct answer. Well done. That's fantastic. Ретиарий от слова ретина, сеть. Это сеть в одной руке. Трезубец в другой. Take your time on this one. Have a look at it. Ну, блин, какой певец впервые за 17 лет объехал в турне США и Канаду в 2008 году? Вот это я в прошлый раз написал, что Майкл Джексон. Я его перепутал с Джорджем Майклом. That's the right answer. You can't lose money on this question. Под каким именем известна Нью-Йоркская фондовая биржа? Большой совет.